Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Creeper World. И наверняка все сталкиваются с такой проблемой, что типа они заходят на пиратский сервер Майнкрафта, на любой, пишут GetStar, потом они выходят, там какой-нибудь тормозик убивает, а они без ничего. Или как развиваются, у них тормозиков. И вдруг они находят сундук, они хотят его открыть, но он заприбачен. Что же делать? Для начала нам нужно рубить дерево и вкратце верстак. У нас уже будет. И палки тоже. А у нас верстак и палки. И каменная кирка вам понадобится. И каменной киркой вам понадобится подобыть угля с деревом. Или да, угля, или дерево. И железка. Железо просто найти, не на броню его тратим, а то, что будем крафтить. Это уроки Гриферса, первая часть, как взломать сундук. Да. Так, так, идем. Вот разогнаться печка, ну как же без печки. Мы крафтим печку. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Вот так. И начинаем плавить. Пока плавится, мы тут копаем еще железо. Так. 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 Дальше мы ложим его. И нам понадобится крафтить воронку. Для воронки понадобится сундук. Для сундука понадобятся доски. Крафтим сундук. Вот, потом. Потом пока переплавится железо, но я, наверное, пропущу все это. Все. Для первого мы, у нас достаточно железа, 6 штук. Катим. Раз, два, три, четыре, пять. И сундук. Вот сейчас за воронка. Находим сундук, который хотим взломать. И под ним ставим воронку. И если он пойдет, то у вас будет такое. И вы такие бедные находите алмазики. Хе-хе-хе. Но она за руках. Может такую воронку ставить просто нельзя. Вот такие проблемы. И для этого как же подсказать взломать сундук из воронки? Вам понравится вагонетка с воронкой. Вот и все. Мы крафтим. Нравится под железка. Мы крафтим вагонетку. Вагонетку с воронкой. Еще нам понадобится еще 6 железа. Нам не хватает. Мы его скапываем. Конечно, железа может мало. Но зато потом это все можно собрать и все. Дальше еще нужно покопаться в шахте. И также вы можете найти алмазы и также железо в сундуках. Это все даже может найти яблоки, которые на сыре очень нужны. Так, идем. Ждем. Так. Ну. Так, нам понадобится 6 железа. Мы не нужно его выкинем просто. Вот так. И ждем. Также находим сундук. И когда вот что будет написано. Вы ставите руку, вот будет написано. У вас нет прав, ну, там, типа. Вы не можете взаимодействовать с данным предметом и всякое такое. Так, и последнее железо. Давай. И все. И нам надо скрафтить рельсы. Чтобы поставить вагонетку. Крафтим рельсы и все. Мы даже вот ставим так рельсы и вагонетку с воронкой. И опа-на. Все не решается. Даже вам попался вот такой сундучок. Видите, он собирается. И вагонетку. Также можно найти очень много алмазов. И на этом все. Таким образом можно взломать сундуки. А если тут впервые, то можете подписаться на канал, поставить лайк, поздравить друзей. А с вами был Creeper World. Всем удачи. Всем пока.